я не буду вообще пытаться с союзниками как бы играть. Я не могу играть с союзниками. Когда я пытаюсь коммуникировать, короче, communication, бля, что я сказал. Короче, когда я пытаюсь общаться с союзниками, пытаться что-то с ними в тимплей играть, у меня иногда получается, но я не могу так вытаскивать игры. Тяжелые игры так не могу вытащить, мне просто не получается. Надо играть 1 на 9, считать всех за мусор и поменьше умирать. Вот. Два основных правила. Играть 1 на 9, считать всех за мусор, это первое правило. И второе правило, поменьше умирать. Поменьше умирать можно только, если ты придерживаешься первого правила. По-другому поменьше умирать, непонятно как. Ты нападаешь, думаешь, что команда поможет, а помощь ноль. Следовательно, надо придерживаться первого правила, чтобы второе правило работало.